В современной жизни качество не всегда залог торгового успеха на мировом рынке. Все ниши так или иначе заняты, поэтому все чаще можно услышать словосочетание «завоевать рынок». Конечно, такие войны ведутся бескровно, однако их успех гораздо важнее военного. Всем знакомо слово «санкции», «эмбарго» и «таможенная пошлина». Это сегодня самое страшное экономическое оружие. Наш регион захватывает рынки мирным экономическим путем. И главный двигатель здесь – реклама. Отсюда встреча с торговыми представителями, людьми, продвигающими российскую продукцию на мировые рынки. Вещь основополагающая. Благодаря усилиям губернатора Сергея Ивановича Морозова и его команды, регион сейчас пишет новую историю. Историю как культурную, так и экономическую, которая, наверное, еще более интересна для вас с точки зрения профессионального наполнения. Гости остались довольны не только приемом, но и производствами. Кое-что даже присмотрели, например, для Кубы. Смотреть, какие есть ниши для того, чтобы продвигать продукцию ваших предприятий, вашей экономики на внешние рынки. Ну, что касается Кубы, мне думается, что надо посмотреть на продукцию таких предприятий, как УАЗ, в первую очередь, потому что УАЗики, так сказать, они там бегают. Команду вашего губернатора мы знаем хорошо, Сергея Ивановича знаем лично в лицо. Он всегда принимает участие в мероприятиях, и я думаю, такая открытость его и дает возможность региону привлекать инвесторов как с финансовой точки зрения, так и с технологической точки зрения. Регион интересный не только с точки зрения географического расположения, но и сильной промышленной базы, которая развивается. Машиностроение, нанокластер, исследование мирного атома. 73-й регион вызывает неподдельный интерес у разных стран. Мы экспортируем свою продукцию в Румынию, в Молдову, Белоруссию, Армению, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Сербию. Однозначно, для многих ульяновских производителей вчерашние мероприятия откроют новые горизонты. Всероссийская неделя торговых представительств для Ульяновской области не пройдет даром. Павел Половов, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ.